кто-то должен этим заниматься. Ни тут не убирать, ни там. Трактор пройдет раз в месяц, там два, да еще. Конечно, должны убирать. Вообще кошмар какой-то. Такого еще не было. Будешь идти и свалишься. Руку сломаешь или ногу. Конечно, опасно. Я вон еле-еле иду, думаю, не дай бог упаду. То все течет, ничего не убирается. Вот я не видел ни одной машины, что проходил, убирал. А как же вы ходите-то? Ну вот так вот. Ну как, а куда же? Вертолетов нету. Машин нету. Чистили дворники, когда снег был, вот много снега чистили, я видела. Не один дворник чистил, ну, стихийное бедствие. Можно было почистить, и люди бы так не делали. А я боюсь, пенсионерка, не дай бог, что-то прыгнешь и сломаешь ногу, или еще хуже что-то будет. Ну, каждый год одно и то же. Вот эти вот торосы вокруг остановок, пешеходных переходов. Все то же самое. Ну, ладно, мы еще молодые, мы можем как-то попрыгать где-то что-то. А пожилые люди, которые идут там с бадиками или с детьми, и вот так вот перейти, это, наверное, переплывать только нужно.